В областном центре обрушилась часть кирпичной кладки общежития Ивановского филиала Московского торгово-экономического колледжа. В момент обрушения в здании находились 70 человек. Никто не пострадал. Из аварийных комнат 17 человек были расселены в соседнее крыло общежития. Площадь разрушения составила около 12 квадратных метров. Место обрушения ограждено, проводятся военно-восстановительные работы. На место происшествия были направлены все экстренные службы, в том числе подразделения МЧС России, пожарные охраны, спасательные подразделения, психологи Главного управления МЧС России по Ивановской области и оперативные группы администрации Иваново и Главного управления МЧС России по Ивановской области. Для выяснения обстоятельств происшествия, оценки ущерба и решения вопроса дальнейшей эксплуатации здания создана комиссия по экспертной оценке, которая продолжает работать на месте происшествия. На понедельник планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Ивановской области.